Ребята, всем привет, с вами Алекс. Я всегда говорил о том, что Яндекс будет ухудшать условия водителей, повышать комиссию, понижать цены и вообще делать все, что он считает, на правах сильного, на правах монополиста, потому что, по сути, это единственный агрегатор, который у нас остался. Нам остается либо соглашаться с его условиями, либо просто умереть с голоду. Я не отказываюсь от своих слов, ибо в каждом правиле бывает исключение. И что мы тут видим? Как нас порадовал Яндекс? Правда, не нас, а водителей только Калининграда, и то не всех. Давайте почитаем, что же Яндекс прислал нам в таксометр. С 8 мая по 7 июня включительно в Калининграде вы сможете экономить на комиссии сервиса. Выполните 12 поездок за сутки, и комиссия сервиса в этот день за следующие заказы будет на 70% ниже обычной. Например, если после 12 поездок вы выполнили еще 10 поездок, комиссия с 10 поездок составила 265 рублей, без учета, конечно, налогов и платы за ПО, то с баланса спишется не 265 рублей, а только 80. Важно, что эта схема не действует, если вы активируете смену. Также, конечно же, сюда не включается комиссия парка. Что мы здесь из этого сообщения понимаем? Во-первых, это работает не на всех водителей, а только на случайным образом выбранным в городе Калининград. Если такая же схема работает где-то в других городах, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Очень интересно узнать, в каких городах так еще расщедрился Яндекс. Ну и очень надеемся, что все-таки этот эксперимент Яндекс признает успешным, что он его распространит на другие города, в частности, на наш любимый Санкт-Петербург, Москву, ну и все остальные регионы нашей славной страны. Будем следить за ситуацией, а пока же, в частности, водителям из Санкт-Петербурга Яндекс дал тоже еще небольшую поблажку. Вот, пожалуйста, вы можете заправляться в сети «Газпромнефть» со скидкой 1,5% через таксометр. Тем более в нашем парке заправляться можно с нулевым балансом за счет парка в долг. Без проблем, написали, получили денежки на баланс таксометр, заправились со скидкой 1,5% на «Газпромнефть», получили плюс 2 приоритет. Также еще приоритеты можно получить плюс 5 через наш парк, как парковый самозанятый. Ну, у нас много других преимуществ. И спокойненько катаете, зарабатываете свои денежки. Всем удачи, всем хорошего дня, надежных и щедрых клиентов. Ну и работайте только с адекватными партнерами.